Дмитрий Жарков и Куликова Ольга. И их медленный вальс. Спасибо. Je suis malade, c'est ça.
Сергей Коновальцев и Ольга Коновальцева. Ваши аплодисменты. Уважаемые друзья, и это только начало. Я вам обещаю, вы не забудете танцевальный вечер. Эту дуэль никогда в своей жизни. Дело в том, что для вас танцуют чемпионы России, вице-чемпионы России. Сейчас, уважаемые друзья, все в ваших руках, так как эта дуэль не на жизнь и на смерть, а дуэль за ваши сердца и за ваши аплодисменты. Если у вас силы, друзья, Грогос, если у вас силы поддержать наших участников... Не-не, мало-мало аплодисментов. Можно пока. Дело в том, что там, за сценой, они вас слышат. И они знают, как умеют поддерживать не только в России, во всем мире. Они были, по-моему, вообще во всех странах, которые только можно придумать. И везде добивались успехов. Давайте еще раз попробуем двум лучшим парам страны. Аплодисменты, друзья! Итак, мастера спорта международного класса, вице-чемпионы России в европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова и их танец «Фокстрот». Yeah.
Уважаемые дамы и господа, Дмитрий Шарков и Ольга Куликова. Итак, Дмитрий Шарков, Ольга Куликова исполнили для вас свой второй танец. Но вы знаете, что сейчас будет ответ. Я вам скажу немного о наших участниках. Дело в том, что вы знаете, какие они спортсмены, знаете, какие они высокие места занимали, но практически ничего не знаете об их жизни. И мы вместе все это узнали. Нам было непросто, но тем не менее. Во-первых, сейчас будет про Ольгу и Сергея, это уникальный пар. Дело в том, что все знают, кто не знает, вам скажу, это брат с сестрой, и танцуют вместе, внимание, 22 года. Дальше еще интереснее. Вице-чемпионы всемирных игр, двукратные обладатели Кубка мира Европы, четырехкратные чемпионы России. Можно поаплодировать великолепное достижение, и у каждого уверен есть. А теперь дальше, особенно, кто тоже танцует нашим юным спортсменам. А также их родителям. Ольга и Сергей закончили школу с золотыми медалями. И также они закончили институт нефти и газа по различным специальностям. И поэтому не воспринимают серьезно оправдание учеников и их родителей, что танцы мешают учебе. А все совсем наоборот, друзья. Встречайте, Сергей и Ольга Коновальцевы. Slow Fox. Thank you.
занимающимися дуэтами. Сейчас немного расскажу вам о Дмитрии и Ольге. Итак, они танцуют, каждый из них в отдельности, примерно 20 лет каждый. Из них 11 лет они танцуют в паре. Достижения у этой пары тоже великолепные. Вице-чемпионы России, обладатели Кубка мира, бронзовые призеры открытого чемпионата Германии, призеры турниров серии Grand Slam и четвертое место чемпионата мира 2012 года. Теперь немного о жизни. В связи с очень плотным тренировочным и турнирным графиком, времени на другие увлечения остается крайне мало, сказали нам ребята. Однако они все равно пытаются найти это свободное время. Дима очень увлекается спортом. Но сейчас тоже понятный график, турниры, сборы. Оказывается, кстати, для меня тоже было открытие, я не знал и даже не мог подозревать. Дима получил приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу среди танцоров, который проходил в Англии. Аплодисменты. Но дальше вообще потрясающая информация, я не поверил, но Дима меня убедил. То, что он закончил нефтегазовый университет имени Губкина, я поверил. Однако по профессии в «Газпроме» проработал только 3 месяца. Тут я задумался. Он мне сказал, так как я понял, что на паркете лучше, чем даже там, где все мечты сбываются, друзья. Вот это все. Ольга, переходим к Ольге, закончила Московский государственный лингвистический университет и продолжает увлекаться изучением иностранных языков. Все. И еще кратенько о них. Я думаю, что взрослые были на паркете вместе. Они любят путешествовать и постоянно открывать для себя что-то новое, новые места и знакомиться с интересными людьми. Дмитрий Жарков и Ольга Полякова, и их танец «Танго».
Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Yeah.
Thank you.
Зайбовый, неповторимый. Спасибо. Thank you.
уважаемые дамы и господа, великий Жак Брель, Сергей и Ольга Коновальцы. Давайте их позовем на эту сцену, на эту площадку, друзья, вашими аплодисментами. Если они еще не успели далеко убежать, вот они, вот Сергей. На магнитопа, Ольга, пожалуйста, возвращайтесь. У вас будет возможность подготовиться к следующему танцу. Потому что это великая композиция великого человека, танцует великая пара. Громче, друзья, тогда Ольга точно откликнется и придет к нам. Сергей и Ольга Коновальцевы, ваши аплодисменты! На макитапа! Итак, уважаемые друзья, ваши аплодисменты, Денис Кузнецов. Благодаря чему
я и остался в эврике и в танце. И в международный класс я вышел именно в эврике, и танцором-профессионалом стал именно в эврике. И наш секвей, первый и последний, кстати, с Лидочкой, нам ставил Владимир Владимирович Кузнецов. Запись за мной. Спасибо. Я вам рекомендую.
этой самбой. Это будет не конкурс, я думаю, сегодня меня поддержат. Пару слов для канала Кузнецов ТВ, можно так сегодня назвать, такое, да, откроем какое-нибудь такое телевидение. Для наших болельщиков, друзья, давайте поприветствуем. Великолепно дает и самое главное представляет Российскую Федерацию. Спасибо, у меня есть. Вы далеко только не уходите, потому что у нас же еще все-таки дуэль. Пистолеты мы приготовили, рапиры тоже, так что ждите, самое интересное еще впереди. Проводим Дмитрия и Ольгу. Они уже завершили свое выступление. Нам осталось заменить еще один номер. Впервые в истории спортивных бальных танцев. Легендарная калинка в исполнении хора Александрова. Встречайте, Сергей и Ольга Коновальцевы. Thank you.
Друзья, вы можете быть соперниками на площадке, но должны быть взаимовежливыми и друзьями за ее пределами.